Так, Лада 4 на 4. У меня 18-го года машина. Проездил я 1,5 года. Примерно первый год с сиденьями проблем вообще никаких не было. После они немножко просели, мне как бы стало некомфортно. То есть я люблю посадку повыше. Что сделал? Взял вот такой профиль цельный, небольшой. Размер, по-моему, 25 на 40. Засверлил дырочки. Вот таким образом. Так. Так, да, наверное, вот так вот раз, вот здесь второй, так вот сделал. Ну, сначала я вот так подогнал, потом подумал, что так будет более жесткая конструкция, поэтому устанавливаем вот так. И, естественно, вот сюда вот так. Сиденье у нас поднимается, сиденье становится сидеть повыше. Вот так вот это выглядит. Так. Вот еще не собранная конструкция. Болты родные меняются. Приобрел вот такие болты. Такие болты. Длина. Берем, меряем родной болт. Плюс толщина вот этого профиля. Прибавляем, покупаем вот такой длины. Все вставляется соосно, закручивается, готово. Сюда салазки не мешают. Все лежит ровненько. Все вот так вот. Все двигается. Все вот так хорошо. Сейчас положу передний коврик. Ну вот и с передним ковриком получается вот так вот. Видно, вот он профиль. Поднимаем. Обычно так вот. Оп. Оп. Раньше была вот эта часть коврика. Она упиралась в эту салазку. Плохо откидывалось сиденье. Ну и рвался коврик. Все. Оп, нормально.